скажи громко. Лимон, мясо. Сможешь? Давай. Лимон, мясо. Ого. Нам надо видеть, что они умеют договариваться большими группами. Они очень общественные, очень дружелюбные. Волки, ну, только зимой живут группой, скажем, 12 волков. А эти умеют налаживать отношения, когда их 200 штук, и не ссорятся, и, ну, то есть ссорятся, но не слишком сильно. Лимон, курица! Отлично! Лимон пообедала вкусной курицей. Держи айфон молча и не шевелись 15 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну вот, наверное, сидеть тихо и спокойно слишком сложно для тебя. О, слишком сложно для тебя. Давай попробуем заново. Как Боби. Из чего сделан рог носорога? Из того же вещества, что и зубы, или из того же, что и ногти? Рог носорога. И дальше какие были два варианта? Сделано из зубов или из ногтей? Как вы себе представляете? Настригли много ногтей, настригли много ногтей, сделали рог? Да. Нет же. Бобик, а тебе не пора спать? Бобик, тебе не пора спать. Мне спать? Да я вам сейчас спать сплю. Да с дельфином. Нет, с гепардом. Тигр. Потому что он самый быстрый. Он красивый, у меня есть даже игрушка такая.